Телекомпания «Ветта» представляет проект «Герои наших дней». Для меня хороший учитель – это человек, которому я могу доверять себя в плане знаний, то есть я знаю, что меня этот человек научит. Так и в плане личном, то есть если у меня возникла какая-то проблема, я могу обратиться к этому учителю. Да, мне хочется, чтобы меня считали хорошим учителем, я стараюсь прикладывать все свои усилия для того, чтобы так и было. Я стараюсь всегда быть открытой ребятам. Бывают такие случаи, когда мне ребята могут написать или позвонить в 9 часов вечера с паникой. Я не знаю, как сделать домашнее задание, помогите. И разумеется, как откажешь ребенку. Школа – это отличная площадка для реализации собственных проектов, идей каких-то. И главное, что здесь можно экспериментировать. Есть некоторые установки, которые для меня важны, которые, как мне бы хотелось, были важны для многих. Не бояться чего-то нового, неизвестности, экспериментировать, выдвигать какие-то гипотезы, их проверять. На этом основана практически вся моя деятельность. И в любом случае мечтать. Потому что эти мечты потом в любом случае превращаются в цель. Мечтаем и достигаем своих целей.